Вон, ловца и зверь бежит. Ладынин Илья Александрович. Коллекторское агентство Ярослава Косницкого. Прошу заметить, работаем вежливо и интеллигентно. Никаких угроз и ночных звонков. В течение суток вам следует погасить ипотечный кредит. Если пересмотреть сроки? Поздно уже. В течение суток, понял? Привет. Илюх. Не понял. Илюх. Что опять происходит? Привет. Илюх. Арина, ты дома? Да. Нам нужно поговорить. Сейчас. Молодой человек, я бы попросил вас оставить мою дочь в покое. С какого перепугу? А с такого. Что вы для нее неподходящая партия. Мы со своим свиным рылом да на калашный ряд? Может, пусть сама выбирает? Если вы думаете, что вам здесь что-то перепадет, то вы глубоко заблуждаетесь. Остыньте, а. Не с вашим здоровьем психовать. Провожать не обязательно. Арина! Ты говорила, что вы расстались и согласилась, что он не твоего поля ягода. Папочка, прежде чем лезть в мою жизнь, разберись со своей для начала. Сядь. Сижу. Я как раз хотел тебе сообщить, что мы с Юлей решили сочетаться законными узами брака. А что ж ты? Не удочеришь ее сразу, а? Я понимаю твои чувства. Нет, наоборот. Я очень счастлива, что ты нашел себе красивую молодую жену, которая всего лишь на 2 года меня младше. Шунтирование ты тоже себе делаешь, поэтому? Новая любовь, новое сердце, новая жизнь? Дочь. Дочь, что ты говоришь? Папа, маме шунтирование ты не предлагал. Ты просто смотрел, как она медленно умирает. Папа. Арина. Пап. Папа. Папочка, что? Что? Где? Таблетки, где? Что? Алло, девушка, здравствуйте, срочно, мужчине в локо. Что? Сердце. 55 лет. Он уже не дышит. Девушка. Папа. Папочка. Папа. А где Антонова? Представляете, сбежала. Куда сбежала? Да я не знаю, когда. Вчера не моя смена была, а сегодня пришла, ее нет. Вот. Записку оставила. Шурочка, спасибо за заботу. Лиза. Шурочка, это вы? Шурочка, это я. Только знаете, мне кажется, без этого не обошлось. Без кого без этого? Ну, который все ее по коридору катал, развлекал. Регистратуру ждите. Угу. Хорошо. И молоко забери. Это змеи они уже, они мышей едят. О, молоко. Ты когда последний раз Антонова увидел? Допрос. Ты в роль не слишком вошел. Должен отвечать я, да? Ты чутка мелочный мужик, Маркин. Мелочный? Значит, если я, как все остальные, перед Ладыниным... Как бы что ни вышло, не бегаю, значит, я мелочь. Ты еще и дурак. Разве не понятно, что не просто так это спрашиваю? А ты тон попробуй поменять. Может, я отвечу? Если не тон поменять, я в морду сейчас дам. Я спрашиваю, когда ты видел последний раз Антонову? Значит, допрос с пристрастием. Видел вчера после ламиноктомии. Она сбежала. Лежачая больная. Я тебе поэтому и спрашиваю. Никто к тебе не подходил, ничего не говорил. Я как муж в анекдоте, все последнее узнаю. Ты что ржешь-то как идет? Потому что лежачие больные Ладынин не бегают. Все, Глеб Олегович, забудь все за дорогу. Ну, пожалуйста, хотя бы выслушай меня. Не, знаете, что я с отцами семейства не общаюсь, все. Слушай, неужели ты думаешь, что это, ну… Ну, а почему нет? Семья, дети. Остепенишься, наконец, не будешь женщинам под юбки лазать. Это же… Вообще, я считаю, что как нельзя лучше все сложилось. Вон девушка какая. Издалека видно, что тебя любит. Другой бы радовался, а ты? Глеб Олегович, вас пациент из 7-й палаты спрашивает, Васильев. Вот, Глеб Олегович, правильно. Берите Мариночку под ручку и к пациенту, в палату. Пожалуйста, скажи Васильеву, что я скоро подойду. Сложности семейной жизни. Ничего, это бывает. Справишься, я знаю. Глеб Олегович. Спасибо. Ну, что ты за мной все ходишь, а? Привет. Ну и чего ты со мной сегодня не здороваешься? Мужик, которого я у себя поселил, взял на мой паспорт кредит 1 000 000 и свинтил вместе с паспортом. Нормально. А я тебе что говорил? Нельзя посторонних людей пускать к себе в дом, тем более в сегодняшнее время. Мой дом – это моя крепость. С домом тоже не все в порядке. Сегодня приходили коллекторы и сказали, что для расплаты за ипотеку у меня осталось всего сутки. И что дальше? Да ничего! Выселят меня! Так ну иди в банк, разговаривай. У тебя несовершеннолетний сын, в конце концов. Пускай войдут в положение там. И потом я почти на 100% уверен, что Настя умерла от отравления. Илюх, послушай, скажи, у тебя среди этих чудес голова случайно не поехала, а? Ты мне объясни, кому и зачем травить Настю? Я не знаю. Я вообще сейчас ничего не знаю. Живу как будто в квесте, сплошные ловушки. Какие-то мужики с амнезией, коллекторы, галлюциногенные яды. Я был кардиохирургом, а сейчас я никто! Так, в общем так, ты сейчас идешь в полицию, пишешь заявление, и пускай они ищут этого прощелыгу и возвращают тебе паспорт. И занимаются кредитом. Да он деньги, скорее всего, отдал. Девушке на лечение. Какой девушке? У нас лежала после ДТП. Илюх, очнись, это вор. Тебя развели как лоха, ты понимаешь это? А вор должен сидеть в тюрьме. Не мешайте мне работать. Буду мешать. Я непонятно сказал? Ничего необычного в смерти вашей жены не было. У молодой женщины от рождения со здоровым сердцем не может быть инфаркта миокарда. Тогда от чего она умерла? Я думал, вы знаете. Знаю. Острая коронарная смерть. Чем она отравилась? Да у вас уже паранойя. К психиатру обратитесь. Ее ЭКГ показал специалист, он исключил инфаркт. И сказал, что это очень похоже на отравление. Я ничего такого не обнаружил и ничего не знаю. Послушай, я сюда буду часто ходить и портить тебе жизнь, пока ты мне все не скажешь. А мне нечего говорить. Я вот попрошу главврача, чтобы он меня огородил от общения с тобой, раз уж мы перешли на «ты». Ну, давай, давай, стучи. Нет, ну так нельзя, я недоволен. Какие-то пятна, царапины, вот линолеум весь испорчен. Ну, это же наш с вами дом. Я столько сил потратил, чтобы построить этот корпус. Как будто мне больше всех надо. Никто ни за что не отвечает. Отчет каждую неделю. Все свободны. Марина, останьтесь на минуту. Вот скажите, вот вам нравится наше кардиологическое отделение? Да, что? Олег Романович, вы хотите меня уволить? Нет, что вы. Ну как вы могли такое подумать? Я просто хотел сказать, что как-то не очень уютно у вас здесь. А? Почему? Не знаю, чего-то не хватает, как вы думаете? Может, цветы в горшках поставить? Ну, цветы в горшках – это хорошо, да, но, мне кажется, надо еще как-то облагородить пространство. Например, купить ЖК-телевизор. Возможно. Хорошо, займитесь этим. А на какие средства? У пациентов возьмите. Как у больных? Ну, конечно, что вас так удивляет? Скажите, что это организационный взнос для их же блага. Ну, телевизор же они будут смотреть, правильно? Хорошо, хорошо, Олег Романович. Ну вот и займитесь. Я тебя ищу. Почему я никогда не могу до тебя дозвониться? У нас ЧП. Видимо, сегодня день такой. По телевизору сказали, что на солнце большие вспышки. Пропали два пациента. Во-первых, тот с амнезией. За ним приехали из психоневрологического интерната, а его след простыл. А сегодня обнаружилось, что нет Антоновой. Той, которую оперировали после ДТП. Да. Был человек и нет человека. Илья, проснись. Надо связаться с полицией раньше, чем эта журналистка что-нибудь разнюхает и опять нас ославит. Не надо ни с кем связываться, Валентина Ивановна. Это парочки сейчас лучше, чем бывшему кардиохирургу. Прислали о смерти. Фамилия? Моя? Ой, простите, пожалуйста. Скоробогач. Иван Васильевич Скоробогач. Скоробогач. Да. Я как раз производил вскрытие. А вот в медицинских документах, которые вместе с телом привезла скорая, было указано, что он принимал нитраты. Да, я сама собирала ему документы, он готовился к коронарному шунтированию. А что? Да вот вскрытие наличия нитратов не показало. Держите справку. Я же ничего не понимаю. Спасибо большое. Она в этом ничего не понимает. Да тут концы с концами не сходятся. Вот смотри, полнокровие всех органов, кровоизлияние под легочную плевру. Что-то здесь не так. Да скорее отравили старикашку. Надо вызывать полицию. Да нет, в полицию еще звонить рано. У него пузырек с лекарством был в кармане. Я думаю, отправить судебным химикам. Пусть посмотрит, что он там на самом деле принимал. Дай сигарету. Так не может быть. Это просто какой-то маразм. Папу отравили. Чего? Зажигалку дай. Держи, держи. В смысле отравили? Я не знаю. Подожди, еще раз. Давай по порядку. Я вообще не представляю. Ну как я слышала, как они сказали, что они отправили его таблетки на какую-то экспертизу. Боже мой, я не знаю, ну как это так? Ну да, это же, может быть, как-то они экспертизу провели или что-то сделали. Ты понимаешь, это же мой папа. Все, ладно, давай так, мы сейчас спокойно успокоимся. Так, тебе что купить? Мне купи, пожалуйста, хот-дог. И чтоб там побольше горчицы было. Все? Все, все. Рак желудка в 3-й стадии. Субтотальная результация желудка. Сема, свет! Сема! Да что ж такое-то? Что вы хотите? Пишешь все как надо, никуда звонить не будешь, иначе на ремни порву. Уяснил, по одной земле ходим. От меня вы что хотите? Чтоб ты пыль не поднимал. Старик умер, все, царство небесное. Какой старик? Которого ты вскрывал, Скоробогач. Только сунься к ментам, тебе не жить. Мы друг друга поняли. Я не слышу. Понял, понял. Вот и молодец. Илья Александрович, здравствуйте. Да, здрасте. А что вчера такое было? Убежали на полслоя. Ой, долго объяснять. Но я должен вас поблагодарить. За что? За то, что я подкинул вам новое дело? А, я разберусь с вашими наркоманами. Нет, то, что вы можете изъясняться по существу. По поводу зрительной галлюцинации. А, зато вы, я смотрю, одними загадками. Ну, пока разгадок нет, а будут вопросы, я к вам зайду. Погодите, я уже не говорю о том, что вы и так обещали это делать регулярно. Что именно? Приходите ко мне на консультации. Ну, не говорю, потому что не очень-то вы обещали. Да и вообще все это какой-то детский сад. Никакие консультации вам не нужны, и никуда вы приходить не будете. Ну так и к чему этот разговор? Могу я хотя бы узнать, за что вы меня благодарили? Ну давайте будем считать, что я не благодарил ни за что. Послушайте, мне кажется, что мы какие-то глупости говорим. Иными словами, Ольга Сергеевна, вы дура? Иными словами, я дал слабину. Мне нельзя. Так понятно? Понятно. Добрый вечер. Бить будете? Помните, как в кино? Шурик, это же не наши методы. Да, вот. Держите. Премного благодарен. На здоровье. Вы в следующий раз берите. Тоже не спрашивайте. Я прошу прощения. Это была крайняя мера. Если бы я пошел в полицию. В розыск на вас заявил. Ой, я прекрасно знаю, что вы бы никуда не пошли. Вы не переживайте, я вам деньги обязательно верну. Почему вы не спрашиваете, как Лиза? А что спрашивать? Мне кажется, Лизе повезло больше всех. Да, ее в Израиле встретили прямо в аэропорту. Сразу повезли в клинику. Сейчас лечит вовсю. Прогнозы хорошие. Да? А чего же вы не поехали? У меня же загранпаспорта нет. Ну, в смысле, у вас. А Лизе ее усопший приятель успел сделать. Ладно, пойдемте. Приготовите ужин, хоть как-то отработаете. О, с удовольствием. Коля! Коля! Вот зараза. Кто кого? Я кое-что вспомнил. Мне 4 года, я подбегаю к отцу. А он вот так же с мужиками в дворе в шахматы играет. А мне не имеется, я его за штанину дергаю. Папа, папа, пойдем гулять. А он мне говорит, потерпи. Потерпи, мелкий. Мелкий? А по имени не называл? Только... Мелюзга или мелкий? О, а это что за птица? Коллекторы. Ну что, Илья Александрович, я вижу, вы по-хорошему не поняли. Пойдемте, будем объяснять по-другому. Пойдем. Пошли. Он убрал руки. Пошли в дом, я сказал. А ну, угомонились! Да. Да, па. Ну чё, как у тебя там этот мужик? Живет? Алло. Алло. Пап. Ты слышишь меня? Слушай, я сейчас немножко занят. Я вечером заеду и тебе все расскажу. Добрый день. Здрасте. Чувствуешь, проснулся? Слушай, мне угрожали. Равно и страдаешь, обратись к психиатру. Да послушай ты меня. Они мне сказали, чтобы я скрыл следы преступления, понимаешь? И чё ты пришел ко мне? Ну ты же занимаешься защитой врачей от пациентов. Вообще-то наоборот. Какая разница? Это твоя работа. А твоя работа? Тщательно проводить вскрытие, писать правдивые заключения. Что, написал уже Федулову кляузу? Никому ничего я не собирался писать. Ладно, пошли, расскажешь. Здрасте. Похороны через 2 дня. Да, я знаю. А, Ваня тебе не сказал, что я твоя мочка? Папа мне сказал, что вы собирались только расписаться. Ах, Ваня, Ваня, так и не набрался смелости. Мы расписались неделю назад. Ну, что за бред? Это вранье. А вот этому веришь? Подделка. Хорошо, посмотри в его паспорт. Я сдала его паспорт, когда получила свидетельство о смерти. Ты даже не заглянула? Какое равнодушие к судьбе отца. Слушай, я знаю, зачем ты затащила его в ЗАГС, но ты немножечко просчиталась, понимаешь? Думаешь? Думаю. Я такая же законная наследница, как и ты. После недели фиктивного брака. Самого настоящего? Угу. Да, ты могла бы за него порадоваться. Хотя какой тебе радоваться? Ты же его ненавидела. Ты что, больная? Что ты несешь вообще, а? Да все на работе знают, что ты винила его в смерти матери. Что? Вон отсюда. Ты больная? Вон, пошла отсюда. Ты больная? Вон, пошла отсюда! Я сказала, быстро! Ненормальная! Дура. Таблетки, которые были у него в кармане, в капсулах, я отправил на экспертизу. Куда? В судмедлабораторию. Там у меня знакомые ребята сказали, сегодня все сделают. Значит, кто-то, знавший о том, что мужик готовится к коронарному шунтированию, сидит на нитратах, подменил ему пилюли. Ну, это первое, что приходит в голову. Да, из-за пропуска приема лекарств старик умер. Никто бы не узнал об этом, если бы неизвестный не стал тебе угрожать, да? Угу. А не этот незнакомец наверняка из окружения безутешной дочурки. Ты рассмотрел его? Ну, голос-то хоть узнаешь? По голосу смогу. Да. Звонарев, ты, что ли? Тоже совесть проснулась? Хорошо. Слушай, я ненадолго в РОВД как раз по поводу твоего вопроса поговорю. Во сколько, сказала, придет дочь за телом? Где-то после 3. Ну, отлично. Наверняка придет не одна. Слушай, а можно я тебя здесь подожду, а? Конечно. Господи, боже мой. Ольга Сергеевна, аккуратнее. Добрый день. Спасибо, Олег Иванович. Ну, не за что. Скажите, вы решили вопрос с Ладыниным? Да, мы продолжаем наш курс терапии. Я все больше убеждаюсь, что это совершенно здоровый, здравый человек. Ольга Сергеевна, речь шла не о какой-то там болезни, а всего-навсего профилактике после стресса. И мне кажется, мы с вами обо всем договорились. Если человек здоров, я не могу заставить его подлечиться. Мы же вместе с Ладыниным боремся с жульничеством. А, кстати, вам от папы тоже привет. Держи своего коня. Поздравляю, ты пообщался с самым известным киллером-гастролером. Федор Кравчук. Погоняла Фидос-интеллигент. Че улыбишься-то? Ты же его и профукал. Надо было сразу с картотекой свериться. Он же в розыске лет 20 как. Кстати, вознаграждение вон. 400 тысяч положено за любую информацию. Ну вы же сами сказали ерунда. Да, мне что сказал? По поводу бывшего интеллигентного человека. Ну да. Ну, лжанулся чуток. Но бы сразу на интеллигентно реагировать. Но это все потому, что я терпеть не мог, когда ты давишь на меня. Фидос-интеллигент. Да. Кстати, погоняло свое получил за интеллигентские замашки. Знания, как у большой советской энциклопедии, во всех областях. Еще бы столько лет на киче. Вообще все пересчитал. Но, кстати, по Фине никогда не говорил. А на стройке что он делал? А там напротив стройки хором арбитражного судьи Задонского. Он у многих как кость в горле. Последнее покушение было полгода назад. Видать, в рубашке родился, раз киллеры в амнезию впадают, еще не выполнив заказ. Вот еще одно дело наклевывается. Угрожали нашему патонатому. Ну и ты тут как тут, да? Почему? Исключительно в рамках служебного расследования. Ну и что, какие-нибудь весомые улики там, зацепки есть? Главное, возможно, улика уже у вас в судмедлаборатории на экспертизе. Ну вот когда результаты экспертизы будут, тогда и поговорим. Олег Романович, к вам пациент рвется. Да, Наташ, зови. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну это уже беспредел какой-то. Что вас так возмутило? 3000. Не маленькие деньги, вы согласны? Вынь да положь. С какой стати? Я буду писать жалобы в министерство. Одну секундочку, подождите, пожалуйста. Присядьте и объясните толком, что случилось. Второй день здесь лежу, и вот на тебе, приехали. Организационный взнос. Это, по-вашему, бесплатная медицина? Вы не волнуйтесь, мы во всем разберемся. Где ты ходишь? Мы уже полчаса тела не выдаем. А что, сам не можешь с ним поговорить? Нет. Поговори ты, я здесь подожду. Ну ты какой. Ладно, уходи, дверь вынь. Скоробогач, а вы? Я друг покойного, деловой партнер. К сожалению, теперь бывший. Угу. Извините. Повернитесь, пожалуйста. Так. Что-то не так? Нет, просто похоже на одного человека. Пойдемте, нужно уладить формальности. Могу я тоже пройти? Нет, не можете, только родственники, ждите здесь. Почему вы не выдаете нам тело? Потому что тело отправится в судебный морг на повторное вскрытие. Зачем? Но здесь подозрение, что вашему папе помогли отправиться на тот свет, заменив таблетки на плацебо. Этого не может быть. Это… Кто мог это сделать? Разве не вы? Я? Да. Разве не по вашей просьбе угрожали нашему сотруднику? Кто угрожал? Зачем ему угрожать? Ну, чтобы он не пошел в полицию. И самое главное, что на него напали сразу после вашего разговора с ним. Слушайте, ну я вообще не понимаю, что у вас тут происходит. Ну что вы, может, ничего не говорить. Ничего, посоветуйтесь с вашим адвокатом. Пока я буду звонить в Следственный комитет, у вас есть минут 20. Стойте, подождите, пожалуйста. Я знаю, кто это сделал. Я вам скажу. Хорошо. Олег Романович, вызывали? Да, Марина, вызывал. Проходите. И вот что я хочу вам сказать, Марина. Мы в нашей больнице мздоимства не потерпим. Из чего удумали? Деньги с пациентов брать. Олег Романович, вы же сами говорили. Вы слышите, что я вам сейчас говорю? Подойдите, пожалуйста, в отдел кадров. Я их уже предупредил. Олег Романович, пожалуйста. Никаких пожалуйста. Или вы пишете заявление по собственному, или пойдете по статье. Все, идите. Идите, идите. Молодежь пошла, такая прыткая, дальше некуда. Абсолютно с вами согласен. А не находите, что в наше время тайный брак довольно странно? Ничего странного, Ваня хотел подготовить дочь. Ну, ей же не 5 лет. Лучше было 5. Понимаю, тяжело воспитывать падчерицу старше себя. Когда вы подменили таблетки вашему новоиспеченному супругу? Вы начитались дешевых романов? Если бы я хотела избавиться от Вани, я бы уж точно выждала чуть больше недели со дня бракосочетания. Ну, может быть, вы подумали, что Арина уговорит отца, и он перепишет завещание на нее? Я вас умоляю. Какое завещание? Что у него было-то? Квартира, да, хорошая, ну и что? А доля в фирме? Переходят партнеры, совладельцы. У них был подписан такой договор. В общем, Ваня был не настолько богатым человеком, чтобы я брала такой грех на душу. Что ж, не выбрали богатого? А вы не рассматриваете тот вариант, что я любила своего босса? Хорошо, поставлю вопрос по-другому. Кто мог угрожать нашему сотруднику, чтобы тот не шел в полицию? Так бы сразу и сказали. Кирилл, конечно. Кто такой Кирилл? Хахаль. Моей новоиспеченной падчерицы, гопник. Ваня его терпеть не мог и не разрешал Арине с ним встречаться. Где этот гопник работает? В мойке. На пересечении Рудневой и Рыбацкой. Алло. Не все трупы еще там перекопал. Давай собирайся, я сейчас за тобой заеду. Арин, познакомьте нас с вашим молодым человеком. Арин, ты кто? Чё надо? Это он. Вы подменили таблетки отцу? Ну как же нет? Потом услышали, что патологоанатом что-то заподозрил, и рассказали ему. Ну, а ты устроила операцию устрашения? Ты ходил к нему. Зачем? Скажи мне правду, зачем? Чтоб тебя защитить, дура. От чего? Так это не ты его траванула, что ли? Что? Я думала, это вообще ты сделал! Совсем идиотка! Зачем это твой предок сдался вообще, слышишь? Так это ты все время говоришь, что он тебя достал! Да меня это его достало! Я просто с тобой хотела поделиться! Я дурак, реально дурак! Ты не могла сказать, что это не ты? Что я тебе должна была сказать? Да как тебе такое вообще в голову могло прийти? Я был уверен, чмошник этого прижал! Полегче! Я из тебя подставлялся. Вот ума палата, а? Если это не мы траванули, то кто? А кто сказал, что это не вы? Да, дорогой следователь. Здорово, Ладынин. Экспертиза готова. Можно ехать на квартиру погибшего. Не надо никуда ехать, мы тут тоже провели кое-какую работу. Какую работу? Опять ты поперек батьки? Ну, что делать, если батька такой нерасторопный? Адрес давай записывай. Я за рулем. Ну, тогда запоминай. Диктуй. Чекалова, 26, строение 6. Чекалова, 26, строение 6. В капсулах было плацебо. Ну, мы так и думали. Ну, как-то мне надоело. Мы-то кто? У тебя расщепление личности? Мы – это я и патологоанатом. А. По поводу моей личности ты не беспокойся. Пошли знакомиться с деловым партнером погибшего. Может, ты один сходишь, а я это, в киношку схожу. Пошли, потом еще сходишь на танцы. Вот вы подозреваете, что я решил избавиться от Ивана, чтобы отжать себе фирму. А знаете, буду откровенен, я ведь тоже боялся. Чего именно? Того же самого, что однажды Ивана переклинит, и он решит избавиться от меня. Я так ему и намекнул на всякий случай, что, мол, везде повесил камеры. Не балуй! Но это единственный грех в отношении покойного. Так что, господа, не смею вас больше задерживать. А камеру на самом деле повесили? На самом деле повесил. Около своего дома, в офисе в приемной, у него в кабинете и в своем кабинете. А записи можно посмотреть с камер? Вот с камеры в кабинете погибшего. Я сделаю аборт, можешь не переживать. Да я и не волновался. Да? Не волновался? Да ты так волновался, что твой отец решил меня подставить, опозорить, а затем уволить. Так, погоди, как уволить? Я ничего об этом не знаю. Я поговорю с ним. А за что? А вот это ты у него спроси. Расскажет тебе, если не стыдно будет. Так что не будет никакого ребеночка. Не собираюсь рожать таких, как ты и твой отец. Не может быть. Сейчас, сейчас. Где у нас тут повтор? Вот. Вот уж на кого никогда бы не подумал. Это же надо. Век живи, век учись. Это хорошо, что персонал не знал про камеры. Ну и кто это? Это наш бухгалтер, Станислав. Тихий человек, про таких говорят, мухи не обидит. Мухи не обидит. Ну и зачем ему было убивать Скоробогача? Он что, проворовался, что ли? В том-то и дело, что никогда не был замечен. Значит, грамотно воровал. А почему убил вашего партнера, а не вас? А? Даже в голове не укладывается. Хотя, да. Вероятно, Иван поймал его за руку. Станислав решил избавиться от босса, пока ничего не всплыло. Поймал, а мне ничего не сказал. А теперь слушай сюда. Ты подозревал в этой истории каждого, потому что вся эта компания оказалась тебе сборищем уродов. Да уроды и есть. Слушай, кустай одиночка. Урод – это еще не значит убийца. Скажешь, не могли. Могли. И мотив был. Но очевидный мотив – это еще ничего не значит. Это тебе ликбез от Звонарева. Тебе кое-что рассказать. Рассказывай. И это только потому, что ты сегодня со мной возился полдня. Я не с тобой еще не возился. Ну, говори давай. У меня к тебе одна просьба. Не сдавай меня, пожалуйста, Федулову. Послушай, по-моему, Федулову ты меня собирался сдавать. Давай уже говори. Ну, в общем, перед вскрытием твоей жены меня попросили написать такой протокол, чтобы не к чему было придраться. Кто попросил? Неважно. Начальство. Во время вскрытия меня что-то насторожило. И я отправил ткани и кровь в лабораторию. И что? Я понял. Так, вообще-то у меня занят, у меня пациент. Я подожду. Присядьте, присядьте. Да, присядьте. Я все понял, я пойду. Присядьте. А сейчас идите сразу же в аптеку. Мы же хотим с вами, чтобы все было хорошо, поэтому идите и меня не огорчайте. Идите уже в аптеку, идите. Доктор сказал идти в аптеку. Идите, человек. Давайте. Ты зачем накачал Настю дигантином? Ты что, спятил, что ли? Откуда он в крови? Я не знаю, я не выписывал, но ты же сам знаешь историю. Ой, можно подумать, я не знаю, как ты пишешь истории. Слушай, Ладынин, я ей ставил тромболитические препараты, капал лидокаин. Слушай, я сделал все, что мог своей женой, понятно? Откуда взялся дигантин? А ты не думал, что она могла принимать его до того, как попала к нам в больницу? И, может быть, прежде чем нападать на людей с обвинениями, нужно узнать, что, где и почему употребляла твоя жена? Сядь. Настя. Я сказала Глебу Олеговичу, что сделаю аборт. Я правда сделаю. Может быть, теперь они меня пожалеют. Может быть, вы поговорите с Глебом Олеговичем. Куда я теперь пойду? Нет уж. С Глебом Олеговичем я разговаривать не собираюсь. И тебе не советую. И никто тебя здесь не пожалеет. Что ж мне теперь делать? Ничего, найдешь новую работу. Хорошие медсестры всюду нужны. Как ты могла с ним связаться? Я не понимаю, на что ты рассчитывал. Я правда его люблю. Господи, какие же бабы дуры. Ладно, все, хватит. В следующий раз будешь думать. Во-первых, существуют противозачаточные средства. Знаешь об этом? Вот. А во-вторых, это сугубо твое решение. И никому об этом знать не надо. Поняла? Ольга Сергеевна! Ну, простите. Я веду себя как свинья. Да. Я тоже сначала так думала, но потом поняла, что к вам с общим машинам не подойдешь. Вы – это вы. Больной человек. Да нет. Вы здоровее многих, которые здесь работают. Просто у вас сейчас плохой период, да? Не помогает. Чтобы прошел тремор, нужно время. А вот хотите, я вам еще фокус покажу? Конечно. Пойдемте. Вы на фортепиано играете? Это вообще мой конек. Да нет, конечно, не играю. Родители хотели отправить меня на скрипке учиться, но… В общем, меня из музыкальной школы выгнали. Ну тогда просто перебирайте пальцами. Вот смотрите. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Давайте. А знаете, что это за мелодия? Это Бетховен к Элизе. Он написал это одной маленькой девочке. Давайте, давайте. Дочке своих знакомых. И знаете, что он написал в посвящении? Ну, откуда же мне знать? Он написал: я не знаю между людьми и других преимуществ, кроме доброты. Ну, тренируйтесь. Дома тренируйтесь, потом подключим левую руку. Получается, мужик хороший, раздевушку прожил. Ну, мужик отличный. На мой паспорт взял кредит миллион и отправил ее лечиться в Израиль. Круто. Еще бы. А потом ко мне приехали коллекторы. Он так внезапно появился, раскидал их, как котят, и исчез. Потом оказалось, что он знаменитый киллер, его 20 лет ищут. Вот. И теперь еще вместо ипотеки 1 000 000 рублей должен. Офигеть. Ладно, так это можно целую книгу написать. Как я сделал доброе дело? Да не, про мужика этого. Но я-то сделал что-то. Ну, так. Все такое косое, кривое. Понятно. Спасибо, сынок. Да ладно тебе. Все нормально. Только бабушке про фастфуд не говори, ладно? Простите, я что-то непонятно говорю? И вообще, на сегодня у нас уже закончен прием физиков. Кого, простите? Физических лиц. Хорошо, предположим, у меня сейчас нет возможности расплатиться. Что будет с квартирой? Что-то можно сделать? Если она уже выставлена на продажу, то ничего. Как это можно узнать? Я же вам говорю, у нас прием… Я понял про физиков. Посмотрите, пожалуйста. Минуточку. Да, сегодня выставлена на продажу. И сегодня же ее купили. Поверить не могу. Неужели теперь это все наше? Ты ведь этого хотела, да? А ты что, не хотел? Я не знаю, чего я хотел, но если тебе нравится, значит, все в порядке. Представляешь? Ну, конечно, ипотеку выплатим, но будет трудно, но выплатим. Представляешь, Леня вырастет, женится, и его дети будут жить с нами в этой квартире. Здорово. Здорово. Так. Ну что? На наш не видал. Да, слушаю. Илья Александрович, это Шевцов, НИИ фармакология. О моей просьбе помните? В Настиных вещах ничего интересного не нашли? Нет, ничего. Жаль. Зато у нас тут пришла новая сотрудница. Собрала с Настиного стола разные мелочи. Ну и выкиньте их. Рука не поднимается. Приезжайте, заберите. Захотите, сами выбросьте. Хорошо, заеду. Здравствуйте. Ладынин ИА? ИА. Вам заказное письмо. Пошли именно этот адрес. Распишите, пожалуйста. Фидос, то есть Коля, добро помню.